30 автомобилей «Нива», закупленных по целевой федеральной субсидии, передал губернатор Приморья сотрудникам краевого учреждения «Приморское лесничество». Новый транспорт существенно увеличит возможности лесной охраны при борьбе с лесными пожарами и незаконными рубками. В самый разгар пожароопасного периода вы получаете эти 30 автомобилей «Нива», которые будут служить хорошей подспорьем для того, чтобы своевременно реагировать на возникающие пожары, для того, чтобы своевременно реагировать на те случаи, которые еще пока, к сожалению, есть по незаконным рубкам. Могу сказать, к вашей чести, за последние 3 года у нас значительно сократились незаконные рубки, и надеюсь, что скоро они вообще уйдут уже в историю. Это благодаря вашей работе. Олег Кожемяка также отметил рост поступлений в бюджет региона от лесной отрасли. Средства позволяют увеличивать размер заработной платы работникам лесного хозяйства, закупать технику и оборудование. По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Константина Степанова, отрасль уже выполнила годовой план поступления доходов в краевой бюджет более чем на треть. Анна Дьякова, новости на Восьмом.